Я не очень себе представляю, что такое религиозный экстремизм. Экстремизм вообще, конечно, надо пресекать. Но вот именно религиозный, к сожалению, тут не приведены примеры, поэтому мне сложно на это ответить. Но я думаю, за экстремизм не будет никто. Тут уже главное, как это трактовать. Что у нас является экстремизмом, а что не является.